2500 студентов выпустились в этом году из стен социально-экономического института РЭУ имени Плеханова. В актовом зале прошло торжественное вручение аттестатов о высшем образовании. В 2015-м один из крупнейших вузов области выпустил рекордное количество специалистов и бакалавров. По словам директора, в течение всей истории работы института ежегодно доска почета пополняется именами известных выпускников. Исключение, уверен руководитель, не составит и выпуск 2015 года. В свое время мы их увидим и во главе банков, фирм, государственных органов власти. Ведь не секрет, что выпускники Саратовского эконома работают и в Министерстве финансов Российской Федерации на очень серьезных позициях. Директора департаментов, руководители структур внутри Минфина, руководителями компаний. Я назову такие имена, как Станислав Аникеев, член правления Федерального «Газпрома», как Ренат Халиков, заместитель руководителя группы компании «Ренова».